Почему так полюбился персонаж Энджи Акюрека Тахир Лекизи? Сериал под названием «Адам Фер» транслируется на телеканале «Факс» и показывает сильную историю по вечерам в среду. Дуэт Энгина Акюрека и Димет Аздемир, которые играют главные роли в сериале, также дают представления, которые соответствуют их роли. Однако рейтинги показывают, что интерес к сериалу со стороны зрителей падает. Степ Фарах оставил в сериале 13 эпизодов. Рейтинги 13-го эпизода, который транслировался во вторник вечером, были ниже среднего, что привело к проблеме, когда самые низкие показатели были получены среди прошлых эпизодов. Сериал «Степ Фарах» возьмет перерыв в сезоне с 14-й серии вечером в среду, 31 мая. На данный момент поступает информация о том, что гарантия на 26 эпизод есть. Другими словами, у зрителей будет возможность посмотреть сериал еще 12 серий во втором сезоне. Конечно, продолжение сериала будет зависеть от рейтингов. Однако ожидается, что большое восхищение, которое проявляют поклонники сериала за рубежом к сериалу «Адам Фарах», положительно отразится на зарубежных продажах. Эту ситуацию можно рассматривать как фактор, который несколько увеличивает шансы сериала «Адам Фер» во втором сезоне. Мы видим, что зрители также очень положительно отозвались о персонаже Тахира Лекисиза, которого сыграл Энгин Акюрек. Благодаря игре Акюрека, персонаж Тахира, похоже, вошел в число незабываемых героев сериала. Так почему же член мафии, человек, занимающийся плохими делами, так любим? На самом деле, несмотря на то, что Тахир живет такой плохой жизнью, величина любви, которая остается в нем, кажется, очень впечатлила поклонников сериала. Особенно когда смотришь на диалог Тахира с Керимших, понимаешь, почему этот персонаж так любим зрителями. Несмотря на то, что у него такая плохая жизнь, сцены с Керимших показывают величие его любви. Конечно, важно и то, что он обнимает женщину и ее сына в трудной ситуации, рискуя жизнью ради них. И все это — элементы, которые раскрывают в нем хорошие человеческие стороны. Вот почему персонаж Тахира Лекисиза, полный контрастов, производит впечатление на зрителей. Энгин Акюрек также испытывает совершенно иной опыт в своей актерской карьере, изображая такого персонажа в совершенно другом мире. Сериал смотрит очень большая аудитория из-за рубежа, и они делают много комментариев, подчеркивающих эти человеческие качества в сюжете. То, что интерес к сериалу «Адам Фер» за рубежом не такой, как в Турции, — это отдельный случай. В результате мы видим, что персонаж Тахира Лекизиза в «Адам Фер» полон контрастов, а человеческие качества всегда впечатляют зрителей.